Всем привет! В этом видео я покажу вам, как заплетать трехпрядную косу наоборот, без подхватов, для тех, кто совсем с нуля. Делим волосы на три равномерные пряди. Затем начинаем крайние пряди убирать под низ центральный, перекидывая в другую сторону. Обратите внимание, что прядь идет у нас под низ. Левая идет направо под низ центральный. Правая идет налево под низ центральный. И обязательно указательным и большим пальцем держим наши волосы плотно, чтобы наша коса не распадалась. И перекидываем пряди из одной стороны в другую. Под низ центральный. И уже в конце фиксируем все резиночкой.